Накануне ученики детской школы искусств вернулись с победами и призами сразу с двух событий. В 7-м международном конкурсе исполнительского мастерства «Виват Петербург» забрали номинации дипломантов 1-й, 2-й, 3-й степени и лауреатов 2-й, 3-й степени. Огромное количество побед принес 3-й международный конкурс фестиваля музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Ленинград». После того, как их встретили родители, счастливые ребята собрались в своей школе искусств. Семь лауреатов 1-й степени и 12 призовых мест. Фортепианный дуэт за 1-е место получил возможность в сентябре побороться за премию в 1 000 000 рублей. Сначала, наверное, мы, когда только пришли в музыкальную школу, мы ходили на уроки к Ларисе Борисовне. Ну, то есть она смотрела, наверное, выбирала специально нас в дуэт. Ну, то есть она, наверное, заранее увидела, как у нас будет в будущем все. И то есть вот, вот так получилось, что мы уже вот ездим, да, по разным городам. И вот выигрываем. Я сначала волновалась, но когда уже конкурс, я начинала играть, как-то более спокойно все начало идти. Готовились, конечно, очень долго. Каждый кубок, каждый диплом, каждая награда – это большой-большой труд, ежедневный труд. А у музыкантов, так же, как у спортсменов, нужны ежедневные занятия обязательно. То есть мы работали без выходных и в субботу, и в воскресенье, да, для того, чтобы поехать на этот конкурс. У нас были очень сильные соперники, были и корейцы на этом конкурсе международном. И мы видели, слышали выступления, конечно, там очень сильные соперники. Поэтому я довольна результатами. Хочу поблагодарить наше руководство нашей школы, которое содействовало нашей поездке, отпустили нас вот в учебное время уехать. И поблагодарить родителей, которые вкладываются в своих детей, поддерживают их. И детей, которые стараются. В общем, всем большое спасибо.